По своему происхождению женщина – натура тонкая, хрупкая. И она не должна бороться в этой жизни за свое счастье, за благополучие своей семьи, своих детей, за свою любовь. Для этого в мире существуют мужчины. Борцовский ковер – тоже прерогатива мужчин. Ну, конечно, если не брать во внимание современный спорт, где женщины-борцы демонстрируют выдающиеся результаты. Но даже если вы очень талантливы от природы, очень способны, настоящим спортсменом, настоящим борцом, да не побоюсь этого заявления, настоящим мужчиной вас сделает тренер. Об одном из таких тренеров, о легенде вольной борьбы в Карачаево-Черкесии, сегодня мы и расскажем. Мы вольники, и не прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта. И светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Об этом человеке можно снимать кино. Причем хорошее. С настоящим захватывающим сюжетом, в котором будут душещипательные истории о любви, дружбе и предательстве, о глупых чиновниках и людях, беззаветно преданных своей стране и своему делу. Юрий Якубович Меликеров родился 22 июля 1943 года. Эта дата указана в официальных документах. Однако мама Юрия, Хадижат, всегда говорила, что он родился за один месяц и один день до начала войны. Изменить дату рождения пришлось в Казахстане, куда в ноябре 43-го был сослан весь карачаевский народ, объявленный предателем Родины и подвергшийся политическим репрессиям. В Чимкентской области, где проживали узбеки и куда привезли маленького Юру и всю его семью, посчитали, что мальчик слишком мал, что ему еще нет и года. А он был просто очень слабым и истощенным после дальней дороги. Узбекси Япрамен. Узбекси Сулейман Япрамен. Это значит, я разговариваю по-узбекски. Я класса до шестого, даже домой заходя, разговаривал со всеми на узбекском языке. Вот это... И друзья у меня все были узбеки. Рядом был еще детский дом со всего Советского Союза собранный. И рядом еще была профилактория или санаторий для восстановления, для реабилитации уже выздоровевших, но не до конца здоровых летчиков с войны. Мама Юрия из карачаевского рода Джукаевых. Отец Якуб Меликеров, уроженец аула Зиюка, как и два брата Хаджат, в первые дни войны ушел на фронт. В Казахстан, кроме двоих родных детей, Хадижат привезла и троих племянников, детей погибшей родственницы, которых воспитала как своих. Воспитывала меня моя мама, карачаевка. Карачаевцы воспитали, поэтому я себя, конечно же, считаю карачаевцем. Но никогда не отказывался от того, что мой отец черкес. И я, естественно, уважительно отношусь ко всем родственникам по черкесской, по отцовской линии, хотя очень-очень поздно познакомился, узнал. Из рассказов матери в памяти запечатлелся один невероятный для того времени эпизод. Офицер и старшина, которые пришли в карачаевскую семью с повесткой на выселение, увидели в доме женщину с детьми. Из разговора стало ясно, что все мужчины на фронте защищают родину. И тогда произошло непредвиденное. Вопреки регламенту, военные сорвали наволочки с подушек и стали насыпать в них зерно и кукурузу.
От неожиданности Хадижат растерялась, а офицер в этот момент завернул в ковер швейную машинку «Зингер» и потом вместе с остальными вещами помог загрузить в товарный вагон. В далеком чужом Казахстане обыкновенная швейная машинка спасла семью от голода. Женщины шили постельное белье, одежду, шторы. За изделиями, изготовленными трудолюбивыми горянками, записывались в очередь. Матушка моя работала в двух-трех местах, там, чтобы выгородить, как-то вырастить нас. Очень, вот я до сих пор не могу понять, как она это выдерживала. Год 1957 ознаменовался для карачаевского народа началом возвращения на свою историческую родину. В Карачаевск вернулась и Хадижа с детьми. Юрий на тот момент пошел в 7 класс школы-интерната, где стал усердно заниматься волейболом. Если бы я росточком вышел бы повыше, подлиннее был бы, наверное, в волейболе остался бы. Дело в том, что я в волейбол играл, и мы своей школой были чемпионы Ставропольского края. В Ставрополе на финальных соревнованиях мы выиграли их лучшую команду, причем в одной из партий я 14 подач подал, они не смогли взять. 14-0 был счет, и 14 подач я подал. Ну, как-то так у меня хорошо получалось. Я закручивал мяч, и она за сетки туда ныряла куда-то. И они никак не могли приспособиться. Но, видимо, генетикой заложена в кавказских мужчин тяга к захватам, броскам и какой-то состязательной возне на ковре. Борьба взяла верх, когда совершенно непрофессиональный, но очень талантливый энтузиаст тренер-подвижник Заур Мусаевич Ибзеев рассмотрел в мальчишке природные борцовские качества. Оказалось, что у меня, не имея могучих мышц, но какая-то ловкость, координация была, мне лучше получалось, короче. И начал выигрывать. Выигрывать начал уже школьником. Я попал в сборную команду Ставропольского края среди взрослых. Еще до службы в армии Юрий Меликеров становился победителем и призером первенства Карачаева-Черкесии, Ставропольского края, спортивного общества профсоюзов «Труд» и первенства профсоюзных спортсменов. Во время службы в вооруженных силах боролся в Прибалтийском военном округе за спортивный клуб армии. Первые поездки за пределы области в другие регионы бывшего Союза у молодого парнишки вызывали самые разные впечатления. Об одной из них он помнит до сих пор. Это был город Свердловск, ныне славный город Екатеринбург. Первый раз, когда приехали, я первый раз в жизни увидел высотный дом. Обалдел просто. Мы жили в 22-этажном доме, где-то на 14 этаже. Первый раз в жизни я увидел лифт и катался туда. Ну, интересно было. Кавказские республики – регион, богатый борцовскими традициями. К моменту окончания службы в армии Юрий Меликеров зарекомендовал себя как опытный тренер, которого дома ждали не только родственники. Его самобытная тренерская работа всегда привлекала внимание и спортивного руководства области. К тому времени стал ощущаться дефицит образования, определенных знаний, и Юрий поступил на педагогический факультет Новосибирского университета. Учился заочно, так как средств в семье не хватало. На территории завода холодильного машиностроения, который когда-то гремел на весь Советский Союз, сегодня находится частная типография. Ну что ж, дело тоже нужное. А в начале 70-х годов, когда Юрий Якубович Меликеров переехал в Черкесск со всей своей семьей и устроился на работу на завод, директор завода предложил ему создать секцию вольной борьбы. На тот момент в Черкесске никто не занимался вольной борьбой, и тренеров тоже не было. Он согласился, а директор завода с этой целью выделил ему помещение размером 20 на 11 метров. Ковер – это были тряпичные маты, которые мы каждый раз раскладывали, собирали и тренировались на них. И не с кем же тренироваться. Я собрал сам себе народ, спарринги же нужны. С кем-то, а в одиночку бой с тенью уже невозможно делать. Ну и оттуда пошло. В какой-то момент я понял, что у меня что-то получается. И мне предложили спортивное общество «Труд» такое было.
Мне предложили стать тренером, поставили, мне дали ставку тренерскую. В общем, я начал работать. Первый набор мой очень удачный оказался. Просто повезло, я считаю. Очень удачный. Человек 16 у меня тренировалось, из них человек 5 или 6 мастера спорта стали. А один такой Кумратов, Исмаил его звали, на самом деле его Мавульт, имя настоящее. Он вообще попал на всесоюзные соревнования за сборную Российской Федерации, за Россию боролся на первенстве СССР. А тогда 15-16 стран, республик, теперь это стран, республик боролись. Ну, как-то результаты пошли. Кстати, в том наборе у меня тренировался Батыев Мустафа, бывший наш президент. Да. Очень, кстати, способный мальчик был, хорошо делал несколько приемов, очень удачно делал и очень быстро вес гонял. Первыми воспитанниками Юрия Якубовича были учащиеся национальной школы-интерната и несколько городских мальчишек. Из первого набора шестеро стали мастерами спорта, семеро – мастерами международного класса и несколько спортсменов – заслуженными мастерами спорта. Год 1976. На одном из спортивных турниров в городе Орджоникидзе, сейчас это город Владикавказ, Юрию Меликерову поступает предложение, от которого отказаться было просто невозможно. Создать в Черкесске, где уже в полной мере заработал спортивный новенький клуб «Спартак», экспериментальную специализированную детско-юношескую спортивную школу высшего мастерства. Главным условием было собрать со всего Союза самых талантливых, самых перспективных борцов. Юрий Меликеров согласился. И со всех регионов Кавказа собрал здесь самых талантливых, самых перспективных ребят. Началась очень кропотливая, ежедневная работа, нацеленная на самые высокие результаты. Создание школы подобного уровня требовало и определенных условий. И это не только питание, проживание, одежда борцов. Для работы в экспериментальной школе были приглашены заслуженные тренеры Советского Союза Асланбек Цгоев и Салим Нуцалханов, подготовившие к тому времени многих известных чемпионов. Ребят собрали из Хасавюрта, из Дагестана, был даже из Кемерово, два парня, потом, правда, я их отправил домой. Экспериментальную группу олимпийской подготовки открыли, ребят кормили, давали им 5 рублей 60 копеек в день. Талонами, не деньгами. Но они эти талоны умудрились, кушали где-то на 4 рубля, а рубль 60 копеек с официантками что-то они мудрили, обменивали. Джинсы себе покупали, рубашки хватало. Но 5,60 в месяц получалось это где-то 130 небольшим рублей. Инженеры получали по 115, по 120, по 130. Рублей. У меня у самого зарплата была 150 рублей. Всероссийские соревнования мы командой выигрывали даже. А на первенстве СССР у нас всегда 2-3 человека призеры, чемпионы были. Головко Андрей, например, стал 3-кратным чемпионом Советского Союза 3 года подряд. И потом Запорожье на Украине, в городе Запорожье. Последняя спартакиада народов СССР была. Он чемпионом стал. Азрока Руслан занял там 2-е место. Ну, честно говоря, если я буду перечислять вот заслуги этих ребят, то это длинный рассказ получится. Якубович великий человек. То, что он сделал школу Олимпийского ривьера в 70-е годы, это очень большое. Дворец спорта, в принципе, строили там для игр или для еще чего. Он сделал чисто для вольной борьбы. У нас были общежития там на первом этаже, мы там и жили, вот, не выходили в город покушать и обратно. Опять тренировки. Ну, такая серьезная школа была. Вот на где-то 76-м году из Черкесска по юношам из этой школы, из 10 чемпионов Союза, 8 чемпионов было из Черкесска вот, по юношам. Якубычу, как, это второй отец, он в принципе, нас всех воспитал, всех вырастил.
Воспитанники этой школы – прославленные чемпионы, чьи имена знают как таблицу умножения все, кто сегодня приходит в этот вид спорта. Дважды чемпион мира Таймураз Дзгоев, чемпионы Советского Союза и Европы Абдулла Магомедов, Виктор Зангиев и Андрей Головко, абсолютный чемпион мира Ахмед Атамов. Он у меня в душе с 15 октября 1977 года, как я его увидел первый раз в своей жизни. Для моих глаз, для моей души этот человек абсолютно не изменился. Великий педагог, великий тренер, величайший воспитатель молодежи, достойнейший сын своего народа, величайший организатор. Он нас с Хасавюрта привез, 27 человек принял здесь, кого в институт устроили, кого меньше возрастом устроили в школу. А у него другой жизни, по-моему, не было, кроме как в спорте. Сколько он себя помнит, он в спорте, сколько мы его помним, он в спорте. Он в спорте всю жизнь, а жизнь его была ровно такой, какой жила страна. Со всеми взлетами и падениями, радостями и жуткими испытаниями в качестве всевозможных инфляций, приватизаций и прочих ци, которые пережила Россия. Но как бы тяжело ни было, из каждой сложной ситуации Юрий Якубович находил выход. И никогда, ни на одну минуту не думал уйти из спорта, бросить дело всей своей жизни. Подводить итог – это не про него. Так думают и его прославленные воспитанники, и его коллеги, и друзья. Настоящий праздник спорта – всероссийский турнир по вольной борьбе на призы основателя спортивной борьбы в Черкесске Юрия Якубовича Меликерова собрал в спортивном комплексе юбилейной республиканской столицы молодых талантливых вольников из региона Северного Кавказа и Юга России. Человек не просто такой знаковый, я не побоюсь этого слова, человек, выдающийся в вольной борьбе, его знает вся страна, весь советский бывший наш союз, который мы очень любили и ценили, и его знают во всех уголках нашей страны, где культивируется вольная борьба. И он на самом деле и заслуживает, и внес огромный вклад в развитие вообще национальной, общенациональной, государственной, можно сказать, борьбы и в России, и в Советском Союзе. Сложно назвать гостями этого праздника тех, кто когда-то озорным мальчишкой пришел в секцию вольной борьбы, а с годами стал не просто хорошим спортсменом, тренером, но и нашел свое место в жизни, занимается любимым делом. Имя Алексея Васильевича Смирнова знают как минимум все мебельщики Южного региона России. А когда-то он тоже тренировался у Меликерова, а позже 12 лет вместе со своим учителем работал тренером в школе Олимпийского резерва и воспитал немало чемпионов. Мы вместе как бы работали, добивались каких-то определенных результатов, сдружились, сейчас вот дружим. Ребят было много таких достойных и хороших. Во-первых, вольная борьба дала мне много друзей. А борьба дала стержень такой. Бороться до конца, не сдаваться ни в одной трудной жизненной ситуации. Мы тоже пережили труднейшую ситуацию жизненную. Но нам, вот мне спорт помог это все преодолеть. Я пришел в спорт, Юрий Якубович уже как тренер добился очень больших результатов. Сегодня здесь мы видим учеников в зале, но это еще не все, да, ученики, которые, ну, по тем или иным причинам, наверное, сегодня в зале не присутствуют. Вот, действительно, он воспитывал, в первую очередь, он воспитывал ребят, он воспитывал достойных мужчин, в первую очередь. Уже потом он делал из них великолепных спортсменов, которые добивались высоких результатов. И чемпионы мира, чемпионы Советского Союза, чемпионы Российской Федерации. И он и сегодня продолжает трудиться, он и сегодня продолжает приносить пользу нашей родной республике. Рассказывая об учениках Юрия Якубовича, страшно ошибиться, не назвать чьи-то фамилии и тем самым обидеть. Но, надеюсь, эти сильные мужчины
сединой на висках, будут великодушны по отношению к автору. Поражения нет для меня, но без них никогда я не стану первым. Моя жизнь вольная борьба, и стремлюсь я только к победе. Поражения нет для меня, но без них никогда я не стану первым. Сегодня я по поручению главы республики Темрезова Рашида Борисбеевича хочу всех поприветствовать, спортсменам пожелать успехов, успехов на этих соревнованиях, успехов в будущем, на жизни, чтобы эти соревнования стали очередной ступенькой, очередным стартом в копилку вашу, для того, чтобы мы вас увидели и вы могли блистать на аренах чемпионатов России, Европы, мира, чтобы мы за вас только радовались и вспоминали, что свой путь вы начинали в том числе и в этом зале, на этом прекрасном турнире. Сегодня мы собрались в честь выдающегося человека. Юрий Якубович всю свою жизнь посвятил вольной борьбе, воспитал немало чемпионов, но самое главное, он воспитывал достойных и прекрасных людей. Ученики Юрия Якубовича сегодня в этом зале. Мы гордимся нашими выходцами из Карачаева-Черкесии, мы гордимся их достижениями. Всегда приятно, когда ученики не забывают своего учителя, а всю жизнь рядом, вместе идут по жизни. Я хотел бы выполнить главное поручение Рашида Борисбеевича. Указом главы Карачаево-Черкесской Республики за выдающиеся заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 80-летним со дня рождения наградить орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесией Меликерова Юрия Кубовича. Спасибо. Я очень благодарен руководству. Более того, я благодарен своим близким, друзьям. Двойне спасибо. Я это запомню на весь оставшийся отрезок жизни. Я надеюсь и хочу, чтобы вы хотели только на такие счастливые мероприятия, поздравляли кого-то, награждали кого-то и получали от этого моральное удовлетворение. Спасибо, удачи вам, здоровья, удачи. Юрий Кузьмич, большое-большое спасибо. Всем спортсменам, ребятам, я пожелаю хорошей борьбы, чтобы в дальнейшем вы выступали на разных высоких уровнях соревнований и становились чемпионом. И разрешите вручить грамоту Совета Федерации, президента Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Много благодарных слов звучало на торжественном открытии турнира. Выступали члены правительства и парламента республики, прославленные ученики, приехавшие из дальних уголков России, коллеги по тренерской работе, руководители общественных организаций. А еще те, кто многие десятилетия, может быть, и не боролся на ковре, но всегда был рядом в полной боевой готовности протянуть руку помощи. Это люди, без которых не пишется история твоей маленькой республики, как и не пишется история твоей большой страны. Мне по жизни приходилось много раз выступать, но сегодняшнее выступление я считаю одним из ответственных. Почему? Потому что встреча и выступление, все мероприятие посвящено одному из порядочных людей Карачаева-Черкесии, Юрию Якубовичу Меликерову. Я имею право так говорить, я Юру знаю лет 50, мы дружим лет 35. Я, кроме белой зависти, ничем ему не завидую. У нас сегодня есть владельцы заводов, владельцы фабрик, олигархи.
А я самым богатым человеком считаю Юру. Почему? Потому что он воспитал 1000 ребят достойных. И причем среди воспитанников Юрия Якубовича в последующем не было ни одного, который бы, из-за которого он мог покраснеть. И ни один из них ни на одном поприще тебя никогда не подводил. Я имею право к тебе обращаться на «ты». Я тебя люблю. К великому сожалению, мы уже тоже относимся к той категории, которым под 70 и за 70, но мы за тобой успешно идем. Я очень прошу сегодняшних борцов, когда будете отмечать столетие Юрия Меликерова, этот день напомните ему, и он всегда, чтобы оставался вот таким, каким он есть. Мы тебя все любим, ценим и боготворим. Праздник спорта состоялся при непосредственном участии Алексея Васильевича Сафронова, известного предпринимателя, члена комитета законодательного собрания Краснодарского края. А 50 лет назад Лешу Сафронова в зал привел Юрий Якубович Меликеров. Мне в этом году будет 62 года уже, через там полтора месяца. Все ребята, которые вокруг меня были за всю эту жизнь мою до сегодняшнего дня, эти были ребята из зала. Он нам дал, во-первых, мы все стали друзьями, во-вторых, мужская дружба, которая на ковре образовалась, она ничем не заменима. Это такая мужская дружба крепкая и навсегда, один раз и навсегда. Поэтому нам в жизни легко насчет этого. Юрий Якубович для нас второй отец. Он, знаете, не просто он был тренером, можно быть просто тренером, а он был нашим кумиром. Мы приходили в зал не тренироваться, а к Юрию Якубовичу. Дай Бог ему здоровья. Посмотрите, какой он еще крепкий, сильный. И я думаю, он еще поработает с таким энтузиазмом, с такой харизмой. Он молодец. Он пример для нас. Именно Уруза Темрезова, прославившего маленькую Карачаево-Черкесию уже в 21 веке, хорошо известно. Титулованный чемпион сегодня является депутатом Народного собрания республики. И вся его работа направлена на сплочение молодежи, на ее всестороннее развитие. На соревнованиях республиканского уровня я занял первое место, и меня награждал Юрий Якубович. И тогда он мне сказал такие слова, что терпение и труд – все перетрут. Первое место сегодня легко завоевать, надо, говорит, удержать. Тогда я не понимал этого, но сегодня я в полной мере понимаю, что нужно было приложить усилия, терпение, чтобы прийти к большим результатам. Хотел бы выразить вот глубочайшую признательность Юрию Якубовичу за то, что вот он по сегодняшний день в таком возрасте занимается молодежью. Он сегодня на ковре вместе с нами. Он показывает такие приемы, которые вот они очень трудно даже молодым сегодня показывать. Вот он такие приемы показывает. Приятно следить за его тренировочным процессом. И сегодня огромное спасибо ему, здоровья, благополучия, чтобы он еще долгое время мог воспитывать вот таких вот прекрасных, спортивных, умных, интеллектуальных ребят, которые будут полезны нашей прекрасной Карачаево-Черкесской республике и нашей стране России в целом. Прежде всего я хотел бы сказать слова благодарности от себя и от многих ребят, спортсменов, которые сегодня носят звание ветераны спорта. Вот. Все мы благодарны Юрию Якубовичу за не только за то, что он сделал из нас спортсменов. Вот. И он нас воспитал, он нам дал морально-волевую подготовку, которая потом в дальнейшем помогла нам в жизни добиться каких-то результатов, ну, совершенно на других направлениях. Он нас воспитывал не мужиками, а мужчинами. То есть вот есть такое понятие в спорте – морально-волевая подготовка. То есть это умение ставить какую-то задачу и умение добиваться этой задачи. Как в боксе называется еще – умение держать удары. Его тренерский век – это в его учениках. Потому что вот сегодня в этом зале, вы посмотрите, там и чемпионы мира, и абсолютный чемпион мира, и чемпионы Европы, чемпионы, многократные чемпионы Советского Союза, победители международных соревнований, мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, большое количество мастеров спорта. Это все его заслуга. И он фактически в свое время
как бы вольная борьба до него была. Но на вот этот уровень, на котором она была где-то, ну, вот 80-е, 90-е годы, да, на этот уровень, это Юрий Якубович Меликеров поднял эту борьбу. Это дворец спорта с тремя коврами, с парными банями, с общежитием. Это школа Олимпийского резерва. Самые лучшие спортсмены, борцы вольного стиля с юга России, все тренировались совсем другой стиль тренировок, понимаете? Это не три раза в неделю, не пять раз в неделю, а три раза в день тренировка. Зарядка, две тренировки в день. Это питание, вот, это проживание в гостиницах, это форма спортивная, понимаете? То есть это финансирование для участия. Каждый месяц выезжали на соревнования, каждый месяц. Участвовали в сборах. То есть мы росли, как это, не по дням, а по часам. Отсюда такие результаты. Понимаете? А все это организаторские способности Юрия Якубовича. Очень приятный, очень достойный человек. Я про него только могу хорошего говорить, потому что воспитание его, за нас он стоял горой, в институте, везде. То есть это как второй отец для меня был. Я даже приехал сюда, по-русски разговаривать не мог. То есть очень многому я научился, спортом занимался, все. Могу только про него благодарность сказать, что великий человек, достойный человек. Насчет великих тренеров, великих там сенсеев, можно много говорить. Я хочу одним словом про него сказать. Это учитель. Наш учитель по жизни. Я к Юрию Кубычу попал пацаном в 73-м году. В этом году у нас 50 лет совместной этой творческой деятельности. Поэтому я могу сказать, если по-серьезному, это человек, который, да, борьба, и до него боролись здесь, и после него борются. Но я знаю, что основной момент, то, что в Карачаево-Черкесии появились именитые борцы, благодаря Юрию Кубычу и его сподвижникам. Это я могу точно сказать. Помимо борьбы, он научил нас, как с людьми обходиться. Потому что, представьте себе, мы пацанами совсем ушли, скажем так, нас родители меньше видели, чем Юрий Кубович. Где он нас только не вылавливал, не будем говорить. То на танцах, то я ходил на какие-то кружки, то на футбол, то на бокс. Он приходил, брал за руки, ничего не говорил. Приводил и говорил, здесь тренируюсь. Много можно рассказывать. Единственное, я благодарен в первую очередь ребятам нашим за то, что они при жизни показали, как мы его ценим. У нас как бывает? Пока рядом, мы стесняемся или в каких-то моментах упускаем, что надо поблагодарить человека, чтобы он знал, кто он для нас. Понимаете? Когда человек уходит, потом так скорбно делаем, да, какой выдающийся человек был. А вот человек рядом с нами. И мы сегодня ему просто говорим спасибо. Спасибо. Кто сказал, что мужчины не плачут? Тем более такие сильные, ловкие, волевые. Но как же дороги эти скупые мужские слезы, потому что это искренние слезы признательности и благодарности. Есть мнение, что у Меликерова своя методика преподавания борьбы. Так ли это? Моя методика одна. Пацана за руку держишь, вот так. Он в это время все равно что-нибудь сотворит. Вот ты его за руку держишь, а он другой свободной рукой что-то сделает. Поэтому терпение, тренер без терпения – это не тренер. Он должен быть терпелив и должен ожидать всякого, ну, к этому относиться критично, конечно, но тем не менее терпеливо. Если это методика, то да, работай, терпи, жди. Результата все равно он будет. И труд, честно говоря, не пропадает даром. Как бы ты не ошибался, но если ты упорно трудишься, все равно положительный эффект будет. Это я с высоты своего возраста говорю. Вы можете, вот сразу пришел к вам парнишка новый, вы как-то вот по первому взгляду, по первым ощущениям можете о нем что-то сказать? Нет.
В это я не верю. Но по двум-трем неделям тренировки, конечно, я могу определить, с этого будет толк большой, а с этого будет такой средний. А этот еще непонятно, что это за чудо пришло. Поэтому надо несколько лет присмотреться. А почему вы сейчас работаете со взрослыми спортсменами? Да хватит, как шлагбаум нельзя у молодых тренеров спереди стоять. Жолдун ортасында бір таш қалса, аны бір жанына терейерек, да, чтобы дать дорогу. Слышала такую фразу, что вы никого не выгоняли из секций спортивных, то есть позволяли... И сейчас я такого мнения. Почему? Я считаю, вот посмотрите, сейчас интересная ситуация. Отбор делает, а особенно платные вот эти секции, кто тренеры, я никогда ни с одного пацана рубль не брал, и даст Аллах, я так уйду. Это мой принцип просто. Я никого не укоряю, у них свои принципы. Берут деньги с ребят. Но это их дело, в конце концов. Я их даже не осуждаю, ничего. Но 10 человек пришло. Из них 6 или 7 хорошо живут, могут заплатить. А эти трое, четверо не могут заплатить. Их все в сторону, а этих... Вы идите, а я тебя не буду тренировать, ты бедный. Такое часто. Просто на каждом шагу такое. Это первое. Второе. Иногда такой пацанчик, ну трудяга, вот он рвется, он хочет, у него такая мотивация мощная. Может быть, он бедно живет еще. Как, откуда это идет, я не знаю. Но сила духа у него. Но у него таких данных, таких мощностей, вот Аллах ему не дал. Мышцы, там еще что-то. Он, в конце концов, через 5-6 лет тренировок обгоняет вот этого талантливого, который дурака валял, и за счет своих природных данных выигрывал. Очень часто. Я на этом убедился. Просто на живом примере, на собственном, когда молодым тренером работал. Поэтому я никогда никого не выгоняю. Тренируйся. Лучше подождать, посмотреть. Некоторые из них сами бросят, понимая, что у него ничего не получается, данных нет. А некоторые такие трудяги, что в конце концов за счет труда исправляет недоданное ему природой, он компенсирует чем-то другим. И получается. Очень часто получаются хорошие спортсмены, если он терпелив. Если он... Тренироваться вообще шахтерский труд. Вот его друзья в это время гуляют там с девочками, с подругами и прочим. А он идет, кому-то потные ноги обнимает, там за голову хватает, руку откручивает. Вместо того, чтобы с девушкой красивой гулять. Представляете? А что вы не простите спортсмену? Вот, допустим, заслуженному, опытному, именитому. Что вы не простите? За что вы можете? Честно говоря, над этим вопросом я как-то не задумывался. Но, скорее всего, предательство. Если он не тверд в убеждениях и может там... Одному то сказал, другому то сказал. Такие тоже попадаются иногда. Ну, вот таких я не уважаю просто. Не знаю, мой опыт жизненный говорит. Вот круг друзей у меня, несмотря на мой престарелый возраст, что из песни слова не вытянешь, сохранился. Я вот с кем дружил, с теми дружу до сих пор. Некоторые мои ученики уже не ученики и не друзья, они уже как родственники стали. Ну и, соответственно, отношения такие родственные, близкие. Я многих тренеров знаю, у них тоже так. Но я знаю и многих тренеров, которые разругались, разбежались там. Друг друга знать не хотят и отзываются плохо. Хотя я это
не одобряю, не понимаю. Чего тренера тренировался, если даже он где-то был неправ, скажи спасибо и отойди в сторону и молчи. Не надо его характеризовать, не надо его описывать достоинства, еще что-то. Сегодня Юрий Якубович Меликеров является директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства. Прибавилось работы с документами в силу занимаемой должности. Но на рабочем столе, пусть даже создавая небольшой хаос, всегда есть фотографии учеников, турниров, поездок, фотографии тех, кому он преподавал науку побеждать на ковре. И не только, ведь его вольники, порой повесив на гвоздь борцовское трико, продолжают бороться уже в другом качестве. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вы сегодня сидите, наблюдаете, вот его потенциал тренерский, он не истощился, не иссяк? Ну вот посмотрите на него. Мы просто смотрим, я вот смотрю и думаю, слава богу, живой, здоровый, человеку уже 80 стукнуло. Он по сей день, он намного здоровее, чем я, он до сих пор с ребятами тренирует на ковре. Разве что можно еще? Это же милость Всевышнего. 80 лет работать еще на ковре с молодыми ребятами. Это милость Всевышнего, понимаете? Дай Бог ему здоровья еще долгие годы, его семье. Это дорогого стоит. Да, в свои 80 он учит мальчишек бороться, становиться мужчинами и побеждать. Побеждать и на борцовском ковре, и в жизни. За свою жизнь Юрий Якубович Меликеров вместе с супругой вырастили и воспитали троих детей. Те, в свою очередь, не поскупились на внуков. И когда за большим столом Меликеровых собираются друзья, родственники, сваты, родственники сватов, получается не просто торжество, получается праздник ликования дружбы народов Кавказа, дружбы народов матушки России. Но это уже не про спорт, это совсем другая история. И мы обязательно когда-нибудь вам ее расскажем. Вольная борьба!